Всем привет, с вами Некромас, и мы сейчас отправимся на майнинг в Аркадии. Начали, забрюсь. Чего? А, тут нельзя майнить. Ну как? Как вы посмели, Йоханссон? Мне не дать майнить, забрось. Бэх. Что-то ищем, что-то нашли. Да? Что-то мы с вами нашли. О, аж двойной нашли, кстати. А еще дальше нельзя было. Давненько я не снимал интропию. И вот решил поразвлекаться. Так, значит, что тут еще? Ну, на данный момент было тут то самое, что не мог снимать, так как у нас просто невыносимая жара была. Короче, там по 35 и по градусов. Так что сами понимаете, что какие там стримы, какие там съемки. Ну вот, обещают, воскресенье может выйдет постримить, потому что это самое. Так, в воскресенье как бы будет дождик, вроде бы будет снижение температуры. Также это самое. Также со вторника начнется, как бы в среду только вроде опять подымется, а потом будет все время как бы снижаться температура. Забрёс. Вот. Также есть хорошие новости у меня для наших любителей рецептиков. Ко мне приехал мой миксер. Я его, кстати, сегодня испытал, но не снимал. В общем, очень получился невероятный пирог. Я всегда хотел научиться делать эти пироги такие из песочного теста. И вот сегодня первый день сделал. Первый раз, то есть. Первый день, говорю. Сделал такой пирог. Я никогда такие не пек. В общем, получилось просто обалденно. Песочный пирог с вишней. Обалденно вкусно, обалденно красиво и так далее. Ну, в будущем сниму, конечно же, так как это самое, так как ничего там супер, как чего-то там нету, ну, увидите, посмотрите. Вот, это одна новость. А вторая, я сегодня нечаянно открыл себе очень офигенный рецептик очень здорового супа. В общем, жена сказала, что сейчас будет целый месяц только его есть. Это офигенный суп. Я сам был в шоке, если честно. Я не знал, что так можно. Короче. Вот, суп. Это супчик из цукини с зеленым горошком, шпинатами. Ну, в общем, бомбическая бомба витаминов. Забрось. Плюс он нереально сытный, хотя он овощной. И вкус это нечто. Я, короче, ел, я обалдел. И я мужицк, то не маленький, да? Но я сумел всего две порции съесть. И насытился. Я еще таких супов никогда не ел. Ну, это суп, кстати, так называемый. Как, погодите, как он правильно? Суп-пюре. Ну, в общем, очень красивый такой, зелененький такой. Очень приятненько кушается. Ну, обалденно, в общем. Я был в восторге, в шоке. И, короче, как-нибудь тоже сниму. Тем более, что жена говорила, что целый месяц будет есть. Так что ждите. Вот. Насчет щавелевого я обещал, но так и не снял, потому что это самое. Сейчас начал попадаться какой-то нехороший щавель
смысле очень много этих жестких волокон, и невозможно его кушать. Так что пока что решили, ну, в смысле, я ж делаю из консервированного щавеля, не из зеленого. Вот, ну, поэтому пока что как бы отложил, но будет этих рецептов. Еще не переживайте, еще много чего вас ждет, много чего увидите. И я, кстати, с удивлением тоже тут узнал недавно, что я делаю что-то похожее, типа такой суп. Но это самое, я узнал, что этот суп оказывается, погодите, чехословацкий вроде. Или словацкий, я забыл уже. Но было очень прикольно, потому что я как бы, это моя как бы фантазия была, такой суп. А вот оказывается, есть такой рецепт. Вот. Или словацкий, или чехословацкий. Чехословацкий. В общем, очень тоже прикольный супчик. Тоже как-нибудь заснимем. Ну, а у нас продолжается наш майник. У нас заходик был на 95, сами видели. Или не видели? А, наверное, не видели. Я вроде не снимал, как я покупал. Да? В общем, заходик на 95. Пока что, как видите, пару маленьких, там шестых, по-моему, было. Ну, мы в своем районе, как всегда, бегаем. Да? Изябрёсь. Вот, я там, кстати, еще снял про эту жвалку еще один ролик. Плюс снял вам сюрпризик. Очень классную игру. Увидите. В общем. О, тут у нас тройной, я не видел. Прикольно. Прикольно. Игрушка мне очень понравилась. В общем, все увидите. Боже, как же пецкий заболел. В смысле заболел? Отсидел я его. Я уже третий ролик снимаю. Уже чувствуется. Вот такие делишки у нас. Потом еще есть новость, но пока что крайне неточная и непонятная. Возможно, мне подарят видеокарту 1660 супер там какую-то. Ну, за мою она лучше. Но больше я, к сожалению, ну, в смысле, я могу там 2070 поставить у себя, но там цены офигенные. Ясно, такую мне никто не подарит, потому что она стоит там 500-600 евро у нас. Вот, а ту, которую подарят, это стоит 300 там с чем-то или 500, ой, 400, ну, в районе таком. Я сам сколько смотрел цены. Я, конечно, не знаю, сколько этот человек купит, но вроде бы что-то такое. И не знаю, купит ли. Пока что такие намеки давали. Вот у нас опять забросик. И мы ловим всякую фигню, но у нас тройной опять, второй подряд. Или не подряд. Ну, короче, второй тройной. Нормально так. Нормально, мне нравится ход ваших мыслей. Гидроген, водокор. Фу. Блин, уже башка разболелась. Это все из-за этого. Ну, вы поняли, из-за чего. Ну, копай.
Чего ждем? Что такое? Бежим дальше. Стульчик бы еще заменить. Надо будет поговорить с человечком. Может, мне лучше стульчик купить? Хрен его знает, не знаю. Заброс. Бегим. Тихо, 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 тихо. Давай, заброс. Очень сильно пить хочется. Вкуснота, вода, вкусня. Вкусня. Вот, потом, не знаю, правда, там мата посмотрел, не посмотрел. Короче, я заходил в игру Recycle Frontier. Мы когда-то в нее играли, все маты. Но, по-моему, они очень сильно испортили игру. Потому что там... Ой, извиняюсь. Там сейчас совсем другое. Ну, я надеюсь, что это моя ошибка. Возможно, там можно это все будет потом осуществить. Просто там надо до определенного уровня, может, дойти. Но, в общем, есть вещи, которые мне очень не нравятся, что там сделали. И это очень неприятно. Ну, допустим, такая вещь, что ты все отряешь, если тебя убивают, типа броню, оружие. А купить ты можешь только там какое-то... Насчет оружия не знаю, броню-то можешь купить, но там левую всякую. Там есть типа, ну как бы стоковая. Да? Вот. И... Ну, в общем. Я не знаю, можно ли с командой бегать, надо смотреть. Потому что там не было такого выбора, чтобы с Тимой бегать. Вот, он их Ямато увидел, он меня приглашал. Я ему объяснил ситуацию, но на этом все и кончилось. Так что я не знаю, он будет играть, не будет. Ну, я как-нибудь зайду в эту игру. Посмотрю, попробую понять, можно ли там этой команды играть, не можно, как там все. Так, бежим здесь. Мы же, по-моему, пробежали там что-то. Да ладно, давайте тут закинем. Так, заброс. Вот. Будем выяснять, может, будем играть вместе, либо как там. Пока что не знаю. Это не от меня зависит. А так, игры полно. Жаль, что вы не особо-то смотрите. Мне, допустим, очень интересна эта игра Car Mechanic Simulator, хотя там, наверное, мне придется за кадром сильно прокачаться, потому что, как я узнал, допустим, чтобы реставрировать эти тачки, это надо очень сильно прокачаться. Вот, извиняюсь, это мои старые кости скрипят. Вот. Это вроде до 30 уровня надо, или как там? А у меня всего-то там какой? Ну, я точно говорю, не знаю. Но там, во-первых, денег надо набрать, потому что там примерно стоит, ну, купить машину саму 20-30 тысяч. Потом ей на детали, по-моему, ну,
тоже около 10 тысяч уходит, так что минимум 40 тысяч надо набрать. Или 50. Да? Ну, а это не так просто там. Так, я тут куда-то разбежался охеренно. И, по-моему, опять пробежал точку. Ну да ладно, будет этих точек. Ух, ладно, хорошо, что это самое. О, девятый клайм. Только опять фуфло какое-то. Никому не нужно. Ну, хоть девятый клайм. Может, чего откопаем хорошего. Еще. У нас еще больше 10 брусков. Думаю, будет круто. Сколько мы этого цинка уже нахеракали? 27 бед. 27. 29. А, ну вот 30. 31. 33. 35. 78. Уже больше 95, а мы еще не закончили вообще. Ага, это интересно. Так. Мучимся мы голову сломя в глубину пустыни. Так. Чпонг заброс. Пустышка, бежим дальше. Заброс. Бежим дальше. Десять бросочков. Забрёс. Опять рыно. Ой, не то взял. Зимс. О, жемчуга. Взобралась.
Забрось. Пустышка. Заброс. Бежим дальше. Чего? Не понял. Это что за такое? Хрен. О! Ты что, за это зацепился, что ли? Вот это приколы. Не, ну вы видели? Зацепился за помидорки. Как бы странно это ни звучало. Помидорки зацепились. За помидорки, сори. Забрелась. Давай, давай. Кто молодец? Да? Да-да, похвастался, молодец, все, побежали дальше. Давай, помчались. Нас ждут большие дела. Забрелась. О боже, какие звуки он издает. Этот мой стуль. Пятый. Я извиняюсь, ребятки. Но пока что своих денежки нет на данный момент. Опять пришлось платить кучу денег адвокату. Ну, надеюсь, это уже последний. Хотя опять могут быть всякие там заморочки. Что поделать? Надо это сделать, к сожалению. Ну... Хвостики, хвостики. К сожалению, это надо сделать. Как бы мне было жалко. Ну что, бежим дальше. А еще покрышки надо купить для машины. Еще 600 евро. Как минимум. Так что вот такие веселухи у меня. Но тем временем мы бежим. Бежим. Вытаскиваем нашу скалку. О, блин. Всего-то 3 бросочка осталось, да? Как-то быстро мы тут с вами. Забрелось. Быстренько мы тут с вами отстрелялись, так сказать. Опа. Двойной.
Но, как видите, ни бисмута, ни... ничего. Всякое дерьмо. Блин, спать захотел, ёхаться. Так, сколько сейчас интересного времени? Эй, что это такое? Это у меня мышка или что? Так, бежим дальше. Ля-ля-ля. Я Брюс. Еще клаймик. Махонький такой, но клаймик. Чпонг. Ну, энтропия. Это ты так, да? Ну, я все понял, короче. Про твою любовь. Все с тобой ясно. Все, я все понял. Ля ты какая, блин. Ладно, я не буду вас мучить тут это самое. Все это как бы бу-бу-бум. Пока там телепортируешься, то все. Сейчас мы с вами посмотрим, что я тут делаю. Привык там, короче, сел. Мы хотим сел сделать. Так, сейчас посмотрим, что мы тут нарыли с вами. Как тут вот взять? Опа, чпонг. Да-да, активейте. Ну чё, 110 пет. Получили обратно, то есть, ну типа 25 якобы заработали, да? Не считая оборудования. Вот такие делишки. Ой, сори. Вам всем удачечки, здоровечка. Это самое, с вами был Некромас. Мы немножко побегали в антропии. Вот, кому интересно, забегайте. Смотрите, там в описании есть, кстати, ссылочка на мой этот самый чатик в телеге. Можете забегать, я там помещаю сообщения про стримы, либо когда начинаю стрим, либо предупреждаю, что там скоро начнется или еще что. Вот, что еще там? Вы находите, короче, что-нибудь красивое, радость жизни, вот. Удачки вам, здоровечка, встретимся с вами на других стримах, на других видосиках. Мне всегда приятно вас видеть, и мне приятно читать ваши комментарии. Вот. Ну, на этом прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.